Всем привет, дорогие друзья и гости канала. С вами канал Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как поставить автояркость на Redmi Note 10 Pro. Заходим в настройки и ищем пункт экран. Находим яркость и включаем флажочек возле автонастройки. И как видите, у нас телефон сам регулирует яркость экрана. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!